Итак, хаюшки, мой дорогой друг, ты на канале Детсад, меня зовут Дед, и мы продолжаем Обитель зла Биохазард 4. Так, если ты не был на стриме, то ты не знаешь такую штуку, что на стриме мы немножко проходили наш Обитель зла. Вот, и если ты пропустил момент, почему мы сейчас находимся вот здесь, а не где-то там вот здесь, то добро пожаловать на последний стримчанский. Там мы проходили, пытались настраивать ОБС и заодно попроходили Обитель зла. Поэтому, если тебе интересно знать, что было вот в этих моментах, добро пожаловать на стрим, мой дорогой друг. Ну а мы продолжаем. Так, что здесь у нас вообще происходит? Давай я вспомню. Нам вроде как прямо. Мы дошли до печатной машинки и после покатушек на вагонетках и победы над двумя ужасающими боссами мы остановились вот в этом моменте. Моменте. Что здесь происходит, я уже, честно говоря, не помню. После болезни 3 дня болел. Вот, сейчас я, конечно, тоже не в лучшем состоянии, но уже как бы полегче. Так сказать, хотя бы с кровати встать могу, и то замечательно. Вот. Так, что здесь вообще происходит? Куда мы пришли? Что это за замок? И что здесь? Ага. Угу. Ублюдок, так сказать, мелкий нас здесь поджидает. Он что, еще и ходить будет? Механическое говно кусок. Ага, перепрыгнуть туда нельзя. Вниз спрыгивает. Ладно, погнали. А, ну да, ну естественно, ну сейчас что-то будет, ну конечно. Что ты происходит? Что стоим, кого ждем? Так, сейчас вспомнить управление еще. Что происходит? Тот пытается бежать сквозь решетку. Ага. Но это у них, в принципе, стандартная функция. Оп, тихо, споткнулся. Споткнулся, погнали, погнали. Экшон. Уехал. Экшон поехал. Что ты хочешь? Что ты прыгаешь? Что ты вот это со своим? Отвали. Отвали, гусяра. Гусяра, отвали. Суплекс получай. Резкий разворот. И ножом добил. Все пока по стандарту. Я извиняюсь, я не добил. Опа, задний суплекс. Получай еще. Замечательно. Ребята, давайте успокоимся и поговорим. Как он такой? Может, ну его? Ну вот это чмо упадет, нет? Шо ты? Давай. Оп, оп. А, не, я думал, он упадет, когда перепрыгивать захочет. Они подходят к краю. Это хороший знак. Блин, плохой. Откуда я слышу цепи? Я цепи слышу. О, бля, бля. Прыгает, прыгает. Ты шо, Спайдермен? Шо? Шо ты палишь? Отстань, получи. Хорошо. Пошел следующий. Где еще один? Катается на руках? Где он? Цепи слышу, его не вижу. Так, меня вот тот напрягает, чувак. Мне он не нравится. Оп. Раз. Два. Оружие упусти свое, пожалуйста. Блин, а с него что-то выпало. Оно может исчезнуть. Обидненько будет. Что у нас вообще по оружию? У нас по оружию все очень плохо, кстати. Патронов хер мало. Очень хер мало патронов. Очень, очень. А еще у меня что-то произошло, ребят. У меня... В некоторых играх слетели сохранки. В
некоторых играх слетели настройки, а в некоторых программах тоже слетели настройки. Я не понимаю, что произошло. Такое ощущение, что как будто кто-то похимичил в моем компьютере вместо меня. Может, вирусняк подцепил. Без понятия. Тебя катается все-таки. Меч. Ага. Что там? Прыгай дальше. Упала, придурочка. А залезет? Залезет или нет? Короче, я не знаю, что случилось. Какая-то беда. В Fallout'е слетели... Вот, здрасте, еще один. В Fallout'е слетели настройки модов. Я не понял, в чем причина. Подключалось тупо само. То есть я ничего не делал с ним. Оп, упал. Хорош. И что, они залазить не будут? Ждут меня внизу? Что, думают, что я пойду? Не, ну я если и пойду, то позже. А, вон они еще стоят. Что? Я в сумке. Залазить будем, если? Алло. Я тут. О, дебильная. Блин, а с них ничего не выпадает, так неинтересно. Там еще один был. Че он сдох? Что с ним? Козлина. Оп. Да. Алло. Так, меня кто-то с арбалета уже стреляет. Ладно, ладно. У меня патронов мало. У меня вообще мало патронов. Надо, во-первых, на пистолет, скорее всего, перейти. А ну-ка, покажи улыбку свою красивую. И ты тоже. Там патроны. Там патроны. Ай-яй-яй. Там патроны. Дай руку. Ага, я понял вас. Так. Не успел прицелиться, хули. Что лицо такое перепутано? Давай. До свидания. Подожди, ну подожди, рука. Да мне туда надо, там патроны сейчас пропадут. Эть. Хорошо. Есть. Потому что пропадет и все. Ля, кто-то агрессивный. Не надо в меня стрелять. Что я вам сделал? Что вы от меня хотите? Я больной человек. Отстаньте. Тут безопасность. Ну, чувака убил, денежка попал. Так, а если я сейчас открою? То они же зайдут, получается. Оп. Ладно, не будем торопиться. Подожди. Подожди секундочку, как говорится. Я хочу на второй этаж сходить. О, стреляй. Кто-то опять стреляет. Откуда стрелок? А что вы там делаете? Я же тоже могу пострелять. Вы в курсе? Тоже стрелок в своем роде. Хороший хитбокс какой, а? Так, деньги-то, конечно, хорошо. Игра, но мне патроны нужны. Там рычаг еще какой-то. Прыгай. Алло. Замечательно. Что это? А, оно еще и по очереди подниматься будет. Блин, еще сзади.
тихо, блин. Придумано. Падает. Ебать, он щучкой нырнул. Ща. Еще один хочет. Блин. Ну, он же падать должен. Я пока покатаюсь, мне норм. Да ёб! По смыслу? Я же попадаю. Чего не падаю? Давай за другом ныряй. Не буду вот этого пока дразнить. Мне вот этот интересен сейчас. Алло. Вообще падать не хочет, ты смотри, а. Откуда он вообще взял? Ты шо? Агрессивный, да? Вообще не агрессивный, да. Ну давай, давай, ладно, поиграемся с тобой. Кто из нас более меткий снайпер? Сколько тебе раз надо еще в голову попасть, что скотина? Здрасте. Ты падать думаешь сегодня? О, опять хит, хиты. Там сзади куда-то зайти можно, или мне кажется? Оп, хорош. А, не, это сверху было. Все-таки сверху. Сейчас, пацаны, сейчас я спущусь, подождите. Я тут катаюсь. Меня катают. О, еще один рычаг. Здрасте. Что происходит? Че? Он теперь двумя руками шевелит. Хос. Прикольно. Прикольно. Ко мне уже не надо, правда, но все. Прикольно. Такая арка здоровенная, такие маленькие двери. Нет. Я пока сюда хочу. Подождите. Сейчас увижу, что внизу там. А, они идут, они идут. Все нормально. Все, они сейчас придут, подождите. Сейчас все будет, сейчас они дойдут. Мы все-таки хитрее, по идее. Так, шо, пацаны, сквозь забор будем бить? Я вижу, по глазам будем. Буду близко заходить. Пистолет твоих пробивать, не забывай. Главное, не забывай. Почему я не удивлен? Что, дверь открылась, в смысле? То есть до этого он поднял рычаг, она не открывалась. Пистолет твоих пробивает, не забываем. Ребят. Алло, вставай, я не верю, что ты делаешь. Что ты притворяешься? Свобода. Какие красивые мувы сегодня, а? Я так соскучился, не играл давно. Алло, ассы. Меня этот звук уже раздражает. Так, я вижу, там еще. Где еще? Я хочу полутать. Чтобы не долутаться, главное. Но полутать, о, господи. Что так много? Падают красиво. Давай, Карину, давай. Честно, так себе лут. Еще кто-то есть? Не, ну я за вами гоняться не хочу. Если это все, я пошел. Оно еще идти. А, 3-3-3-3-3-3-3-3. Да. 5, пошел. 3-3-3-3-3. 6, ага. 3-3-3-3-3-3. 6, 5. Ага. Убиваем дверь.
Выбиваем дверь. А, не-не-не. Вот так, так быстрее. Я успел? Я успел, надеюсь. Вроде успел. Что? Три, опять три. Да, самое быстрое пальцы в мире. 5-6, я нажал. Да нихера себе, там, вы чё, конченый, там скорость какая. Вот тут я не среагировал. Извините, пожалуйста, как-то. Или я 3 не успел нажать просто. Что? Я не успел дожать 3, типа. Поэтому мне дали меньше времени на это. 6. Вот тут времени достаточно. А, наверное, я понял. На! Ты падла! Капец. Так, все, нажимаю сразу 3. Нажимаю 3 сразу. Нажимаю. 5-6, я готов, 5-6, я готов. Оп, сразу же. 3. Еще 3, давай на одной руке, ты пистолет положи. Фу. Пистолет в кобуру. Леон, ну алло. Ну что ты как этот самый? Оу. Обожаю эти текстуры. Яма в никуда. Ну, тупо в никуда. Хотя бы водичку дорисовали, не знаю. Ладно, идем дальше. А, нос и бёц. Опа. Очень хорошо, что вы присоединились к нам, мистер Скотт Кеннеди. Снова ты. Ритуал, который мы проведем в башне, даст девушке необычайную силу. Она присоединится к нам, станет одной из нас. Это не ритуал, это терроризм. Надо же, каким популярным стало это слово в наши дни. Не волнуйтесь, для вас мы подготовили особый ритуал. Фу ты, господи, в заставках еще уворачиваться надо. Вы охерели, что ли? Сучара мелкая. Я тебя догоню. Ух, да. Куда он уехал? Он же вверх вроде как уезжал. Не? Прикольно. Нож можно забрать? Не могу вернуться. Нож забрал? Забрал. Нож забрал. А вы мне предлагаете его с пистолета, это самое, если что, догонять, да? В смысле, дайте патронов хоть на что-нибудь-то, ёпан, крот. Желательно на магнум, конечно. О! За это, конечно, тоже большая благодарочка. Гля, их у меня уже 2. У меня гранаты есть. Но мне что-то кажется, гранаты мне тут сильно не помогут. А патронов хер мало? Вообще? Не, ну я на всякий, конечно, вот эти вот еще перезаряжу. Что еще перезарядить? Все. По сути, у меня ТМПшка только осталась. Ну, хоть не зря прокачивал ее. И то радует. Дайте еще что-нибудь. Что? Что? Вот это и все? Это, по-вашему, нормально? Ничего, ножом бить? Хотя уже раз пизды получил ножом. Можно еще разочек, чё нет. Ладно, как-то справим. Не знаю, как... Ай, да. О, что за этот Донки Конг? И чё мне делать? Тихо. Что за самонаводящаяся бочка? О, и чё делать? Класс. Никакой не реакции, ничего. Чисто в тайминге он здесь попадать или просто пизды от них получать? Что делать? Я, конечно, дико извиняюсь, вы не вовремя. Там бочки катятся, ты видишь? Ты еще, правда, защищаться будешь. Иди вниз.
вниз не хочет идти, да? Собака. Главное, чтобы стрелков не было. А, или бочки можно взрывать. А ну. Сейчас. Меткий глаз, он снизу. Это горящее вообще. Так, одну травичку. Опа. Чтоб не с первого раза нас загасили. Что, блядь, за мини-игры? Опять данж какой-то, опять испытание. А вы заманали. А что? Кто взорвался? Реально Донки Конг. Знаешь, вот это типа лестничка обходной путь, чтобы не перепрыгивать. Ну, все новое, это хорошо забытое старое. О, вот, пожалуйста, лестничка. Бля. А ты на рычаг нажимал? Сука, собака. Да от смысле? Да, дайте ж, блин, хотя бы секунду. Я ж даже среагировать не успел. Чтоб вообще всех развалило. По голове. Да по голове разок и ударить. И все, остальных это. Вот этим вот. Они сейчас будут подниматься. Еще, давай. Что так бочки медленно работают. Вы там поднимаетесь, не, пацаны? О, блядь, дебил. Бимбами меня гасит. Этих сносит там, не? Бля. Сносит, но слава, блин, у них патроны нужны. А, молодой человек, я, конечно, дико извиняюсь. Но вы тут нахер не нужны ничего. И все. А нет. Я думал, оно уже пропало. Ну, хоть сбегаем уже за бочкой. Разочек. Козел укусил нас, а? О, успел. Хотя бы на пистолет, я уже не знаю, просто, ну. Чем я буду с боссом сражаться, с остальными петухами, потому что, ну, что это такое, у меня патронов вообще хер да ни хера осталось. Кошмар. Вот травку нам возместили. Сейчас что-то вот какая-то максимальная концентрация пошла, что-то я теперь начинаю не понимать. А, все, понимаю. Ага. Just logic, мазафака. Там деньги лежат. Че, на халяву, что ли? Просто так? Спасибо. Спасибо. Деньги — это хорошо. О! Для ружья. А сколько? 5. Запись. Будем благодарны, да? Хотя бы за это. Это лифт. Логично. Он не идет вверх. Возможно, он перегружен. Ну, столкни нахер эту всю. Что там внизу? Что внизу? А как оно упало сквозь... Ай, серьезно. Ну, блин. Ну, серьезно. Это... Как он медленный. Только не говорите, что на этом лифте сейчас придется отбиваться еще. Я не хочу. Ну не на. Так. Ага. Так, два красных мудака. Это, конечно, страшно. Но не так страшно, как Махан. Я почему пробоюсь? Блин, я хотел спрыгнуть. Ага. Вот, собственно, поэтому я взял дробовик. Или поэтому. Конечно, вот это срать. Я спрыгнуть хочу, можно, нет? Ну, пожалуйста.
пистолет, патроны есть. Ага, сейчас мне голову откусят мразота. Вот для чего нужна скорость перезарядки, ребят. Вот в такие моменты. Аля, ты же куда не... Жесть. И мясо. Отвали от меня. Издеваются, как хотят. Вставай, 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 вставай. Там еще кто-то, да? А, троих зацепило. Вставай, я вам не верю. О, блин. А патрон? С чем мне сражаться? Мне жопа! Ребята, мне жопа тупо здесь. А можно б я пешком лучше пошел бы? Вот там бы залазил просто по краюшку. Ну что это за бред? Ебаные данжи эти. Иисус вейки. И тут прыгнуть нельзя, прикол. И тут прыгнуть нельзя. Только идти по тому маршруту, вот как сказали. А, обойти еще надо, да, я так понимаю? Ну пошли, обойдем. Надеюсь, я не проебусь. Сейчас что-то падать начнет, сейчас опять кутыешки надо нажимать будет. О, патроны. Тут на что-то. Тут с автомата буду босса уже валить, не знаю. С чего-то ж надо хотя бы. Интересно, на игру эту с ножом проходил кто-то полностью, знаешь? Тупо нож. Да невозможно тупо нож. Но есть же такие чуваки. Даже вот тот данж, где мы брали... один из ключей или что-то такое. Там надо минимум снайперкой стрелять. Или хотя бы пистолетом. Точнее, минимум пистолетом. Так будет правильно звучать. Потому что, ну, ты с ножа с них никак не достанешь. Там, где они на драконах катаются, если ты помнишь. Спрыгнуть. Конечно, спрыгнуть. Жалко, что у продавца нет патрона. Вот это обидно. Было бы, конечно, классно, чтобы ему можно было и продавать. И чё? Алё, а запрыгнуть? Алё. Эй. Не понял. В смысле? Всё? Пришли? А. Неправильно подошел. Так, я так понимаю, это было сокровище вот здесь вот. Там был продавец? Или он дальше будет? Ни хера не понял. Ну мы ж никого не видели, в смысле. А, он выше, наверное, будет. Окей. Музыка прекратилась опять. Нет, с музякой прикольно, с музякой динамично, с музякой вот хорошо вот. Сразу берешь в руки, чувствуешь все. Велком. О, ты ж мой спаситель. Ты меня перед боссом снабжаешь, да? Спасибо, братиш. Велком. Давай улучшим бабочку до конца. Так, что мы можем продать? Королевский посох. Золотой браслет, точно. А ну, сейчас, секунду. А в посох ничего нельзя вставить? Да-да-да-да, камбэк я не таю. Так куда ты зашел? Господи, все позабывал. Чертям собачьим.
Испытать. Посох красивой декорации, похоже, он достаточно ценный. Да вроде ничего, да? Ни с чем не соединяется. Вообще-то это не посох. Посох, хотя я не знаю, какой он длины, но типа посох, он же длинный. Он тебе вот такой должен быть. А это скипетр. По идее. What are you selling? Пах. Забирай. Thank you. Я найду когда-нибудь какой-то еще глаз. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Да, у меня спреев 4 штуки уже. Замечательно. What are you buying? Слушай, а у нас 190 штук, да? А не купить ли нам гранатомет? Можем и босса с одного патрона ухайдить. Р9. Каратель. Чё еще? Винтовка. Силу нельзя. А, кстати. Сколько у меня на винтовке патронов? 7. А на дробовике 2. А на бабочке 0. Ну, просто если я так понял, есть такой, как сказать, наипал, что если увеличить боезапас, то восстанавливаются все патроны. Как бы. Бабочку нельзя. Винтовка, вместимость 6. Ну давай, сразу 12. Скажем так, проверим. 14. Thank you. Is that all? 17. Thank you. Is that... 20. Thank you. По идее, сейчас на ней должно быть 20 патронов. Да, пожалуйста, еще 5 патронов в запасе. Этакий лайфхак. Если бы можно было еще разрядить оружие, было бы вообще замечательно. А этот нельзя? Дробовый. What are you buying? Каратель. Давай ему мощность повысим. Is that... Thank you. И вместимость. Is that all, stranger? Thank you. Все, пока хватит. Страйкер нельзя. Жалко. И у нас 83 косаря осталось. Хорошо, замечательно. Если будет сейчас невероятно сложно, то мы загрузимся. Купим сраный ракетомет. И вхерачим боссу в хлебальник. Ну а пока пошли посмотрим. Как говорится, что он из себя представляет. Ага. Ну что, мистер? Ритуал окончен. Я отправил ее на остров вместе с моими людьми. Что? Ах ты, мудак. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Типа там еще промзона целая. Ты представляешь, сколько еще проходить? Пришел час отдать мою дань уважения вашей упрямости. Мистер Кеннеди, добро пожаловать. Почему мне еще, знаешь, что кажется, что он двухэтапный? О, я этого сожрал. Мудила. Ты что мне с тобой делать? Глаз. Ага, видим цель. Не видим препятствий, да? Сзади закрылась, назад нельзя. Ну, естественно. Еще два щупала. А по ком стрелять? По глазу или по вот этому? Монстры. Думаю, после этого станет одним меньше. А ты слишком самоуверен. Так, ладно, 5-6. Ага, уворачиваемся, отлично.
Ой, у меня сильно камера вверх наклонена. Мне неудобно вообще смотреть. Что здесь? Спрыгнуть? Что-то разбить можно. Она там вспышка. Стак. Ах ты ж, блин! Он еще это говно раскидывает. Граната вспышка. Кстати, сейчас вот есть такой момент проверить. Все-таки вздыхают они от вспышки или нет? Походу нет. Они вздыхают? Они от вспышки. Знаешь, как это? Так, я так понимаю, что внизу, он будет вот этих тварей раскидывать, а вверху щупалами. И так нет. Еще одну флешечку. Флешек мне жалко, что. Хотя. Не, флешек. Я пока еще не знаю даже стратегию боя. Как мне с ним драться? Понимаешь? А он уже вот такой сильный. Да. О, а это с них выпадает? Логично, что стрелять в глаз. Это логично. А, внутри. Ну, естественно. Больно. Ага. Это будет долго. А можно пропустить? Это я уже видел. Так. Как по-другому? Ау! Ты чё, мразь, ты в курсе, это больно было? Где? Херня, прячется и можно атаковать. Ты как ты меня бесишь. Ладно, убедил. Хорошо. Один момент, ребят. Как говорится, нахера искать тяжелый путь. Да. Ай, я серьезно. Как она там?
Серьезно, да? Серьезно, да? Сука такая. Ух ты, блядь, бесишь как. Сейчас мы с тобой поговорим. Сейчас, блядь. Да ебана. Сейчас мы поговорим с тобой. Киш. Муха еще летает. Thank you. Come back anytime. Ой, тихо. Не надо. Я знаю, что у меня еще есть бабочка, но мне кажется, 5 патронов там далеко не хватит. В такого мудила надо патронов 10 всадить. А у меня всего 5. Кстати, надо перезарядить на всякие. А то сейчас еще не хватит одного ракетомета, блин. Начнется вот это вот. Вы и боны. Сейчас на другой слот сохранить на всякий случай. Поехали. Поехали, блядь. Загребай. Воу. Что мне тут делать? В смысле? Вы чё, угораете? Что я должен был сделать? Куда текать? Вы чё? Свободен, молодой. Свободен, просто с первого раза. Ты, блядь. 30 тысяч за твое здоровье. Чтоб ты, блядь, был здоров, мудила. Пятьдесят косарей. Возместил. Спасибо. И не надо тратить херову гору патронов просто. И сейчас еще полутаемся в придачу. Все. Вопрос решен. Мне просто надо было знать, куда бить. По факту. Потому что если б я с ракетометом глаз херанул, естественно, это б, мне кажется, не помогло. Хотя, я не знаю. Пробовать я, естественно, пока месть не буду. Все, гля, сколько сразу всего. Это для вклад в дальнейшее прохождение. 30 тысяч. Да, ты не навернешь какую-то пушку. Возможно, тебе просто не хватит. Хотя продай пару гранат, что ты здесь залутал. И все тебе хватит. Плюс 50 косарей от него. А так ты тратишь херову гору патронов. Всего-всего-всего, понимаешь, для того, чтобы что? Чтобы потом реально нечем было драться. Ну, как мне сейчас. Вот мне на бабочку, допустим, мне кажется, 5 патронов вообще бы не хватило. Никаким образом. А так, как говорится, и волки сыты, и у меня целый портфель всего. Все, гля, пожалуйста. Раз. Тут перезарядили, там перезарядили. Все есть, бабочка есть. Все классно. Сохранили херову гору патронов. Замечательно. Просто я знаю маленький спойлер про последнего босса, что нам там патроны особо сильно не пригодятся. Там пригодится реакция и смекалка. Хотя я не помню точно, но я знаю, что он побеждается там совсем как-то по-другому. Не помню, правда, точно как. Поэтому экономить деньги... Точнее, экономить патроны, чтобы до него дойти, надо, а экономить деньги
по факту, мне кажется, не нужно. Что это такое? Это лифт? Что это за лифт? Почему он закрыт? Или это какой-то лифт вниз? А ну. Ну, там дальше торговец стоит. Нормально. А чё, 50 косарей получи. Потрать, будь добр. Я даже больше скажу. Мне кажется, мне лучше сейчас экономить патроны на бабочку. О, а что за сундук не открывается? Откройте, я хочу сундук. Чтоб потом последнего босса, если на него надо тратить патроны, чтобы на него бабочку тратить. Потому что мне кажется, скоро я ее должен навернуть до максимума, и там какой-то охеревший бонус будет. Слезть. Угу. Угу. Ладно. Сука, ну я ж ее увидел. Где ты, мразота? Отдай яичко. Я ее увидел. Я начал отходить, я ее увидел. Но не успел среагировать. А где он? Мужчина, вы где? Еще дальше где-то. То есть ты лез на гору только ради того, чтобы сразиться с ним. Нахер бы он тебе нужен был? Получил информацию, резко развернулся и назад. Все, бежать отсюда нахер. Нет, надо вот это повыпендриваться. Одним станет меньше. Что, блядь, герой какой-то? Ля, сколько всего? М? А так... О-о-о, да ты шо? Да тут... Нас встречают с хлебом, с солью, да со всем этим. Как полагается, вот как должно быть. Чебанурит. Здрасте. Я так рад вас видеть. Вы не поверите. И заметь, мы не потратили ни одной хилки. Которую, кстати, потом, мне кажется, если уже будет перебор, то можно потратить. Или продать даже. Я считаю замечательный результат. Я даже, наверное, пару гранат продам красных, что-то они вообще бесполезны. Я селлен. Сейчас что-нибудь я тебе селлен все-таки. Спрей первой помощи нет. Где они, гранаты эти, зажигательные? 7. Давай штуки 3. Пожалуйста, забирай. Thank you. What are you buying? Так вот. Какое? What are you buying? Нет, сначала к бабочке идем. ТМП на максимум. Да. Не, подожди. А чё? А где? А в смысле? Слом... Нельзя еще. Та-да-да, ТМП на максимум. Да. Вместимость патронов. Асо. А чтоб еще и особое прокачать, 100 штук надо. А чё никто не написал? А? Ну, друзья, ну мы ж уже почти как родные, а... Еще 100 штук, серьезно? А может, ну его нахер? Is that all? Thank you. Не, ну я обижен. Извините меня, конечно, но как-то не по-человечески это все. Скорость стрельбы. Нет, пока не буду. Ну, ну такое. Еще 100 штук тратить на особое улучшение. Not enough cash, stranger. Блять. А так хотелось, да ты шо, ну блин. Во-первых, она мощной стала бы. Ты видишь, как она нам помогла с этим боссом?
замечательно помогло, я считаю. Сейчас кто-то может сказать, это как раз те самые 30 штук, что тебе нет. Они окупятся, поверьте. Так, ну шо? А шо дальше? Что мы дальше делаем? Наверное, конец главы. Давай дойдем до конца главы и на нем закончим. В коем-то разе. Хуволзер. Да. Секси леди. Тебя подвести, красавчик. Давай. Окей. Ой, какая красивая заставка. Вот бы такую мне на превьюшку выдало, было бы вообще хорошо. Всего 80-88 точность. Я, блядь, сверхточный нахер. Я, блядь, как этот. Как тот. Все, вот здесь сохраняемся. Еще раз. Ну, чтобы уже продолжить с новой главы, скажем так. Вот, и погнали. Погнали заканчивать. Сейчас я гляну, что тут будет происходить. Мы переезжаем на какую-то херовую птицефабрику, да? Чё творишь, молодая? У меня еще дела. Увидимся позже. Давай, сейчас кутыешек понажимаем еще, чтобы не вывалиться с этой. Женщины. Ха, баба. Наконец-то. Алло. О, прости за плохую весть, но Салазар мертв. Да, похож. Садлер, почему бы тебе не сдаться? Убил какой-то из моих шестерок и подумал, что можешь все. Садлер, шестерка — это ты. Извиняюсь, в моем клетке мучеников, мой друг. Какая-то клетка мучеников. Ну, как-то так, ребята, как-то так. О, какая музяка! Прям дань уважения оригиналам. Ты слышишь? Это прям из третьей части музяка. Третья, вторая часть. Ты шо, как классно. Да ты шо, как кайфово. Ребятка, на такой прекрасной ноте мы заканчиваем эту серию. Спасибо большое, что ты был со мной. Я наконец-то в строю. Делаю несколько видосов подряд, поэтому их будет несколько подряд. Я уже хочу что-то пройти до конца и начать что-то новое в планах. Легендары, просто легендарные игры в планах. Спасибо большое за просмотр. Ты был на канале Детсад. Лайк, подписка, расскажи друзьям. Пускай тоже с нами потусят. Вот, комментарий. Комментарий — это самое главное, ты же помнишь. Спасибо большое. Покедова.